отдыхать и праздновать День города можно не только двигаясь в колонне или на одной из площадок спортивных, но также и сидя вот в таких прекрасных пуфах в лаунж-зоне мобильного оператора Теле2, партнера инфопортала «Зеленоград» по освещению Дня города. Что здесь сегодня подготовил этот мобильный оператор, расскажет нам Антон Кондратов, коммерческий директор Теле2 Москва. Антон, я приветствую вас. Поздравляю вас с праздником Москвы, тем более как раз это именно ваше направление в вашей компании. Спасибо большое. Ну, во-первых, хочется поздравить всех жителей города Москвы, Зеленограда, с Днем города, с этим прекрасным праздником. И, безусловно, пожелать благополучия, процветания и простого человеческого счастья в любое время года. Сегодня нам действительно очень повезло с погодой, и нам удалось тоже внести свое позитивное настроение в этот праздник. Сегодня мы организовали интерактивную зону, где любой желающий может попробовать виртуальную реальность, скоростной мобильный интернет, гонки на машинах и поиграть в дженгу, окунуться в сухой бассейн, а самое главное – получить заряд бодрого, отличного настроения. И это, мне кажется, самое главное. Антон, расскажите немножечко про прием и связан ли он с погодой. Вот сегодня у нас погода хорошая, а как плохая погода сказывается на мобильной связи вообще? Или это миф? Плохая погода иногда бывает, безусловно, сказывается на мобильной связи. Не буду здесь обманывать никого, но влияние погоды в нашем современном времени сведено к минимуму. И у оператора есть всегда возможность зарезервировать каналы, да, зарезервировать свои базовые станции. Вот, поэтому я считаю, что перерывы с погодой, они незначительные. Вы знаете, погода сегодня прекрасная, и я думаю, что многие люди все-таки немного делали выбор, остаться ли на даче, продлить, так сказать, себе вот такой дачный отдых, или вернуться в город. Приятно, что много людей, многие сделали именно тот выбор, который сделали, и находятся сейчас здесь с нами. Летний сезон, в общем-то, подходит к концу, сейчас у нас бабье лето, и многие, к сожалению, в том числе и я, не могли пользоваться мобильной связью именно Теле2 у себя на дачных участках. Покрытие не всегда радует людей. Если в городе всегда высокоскоростная связь, то какие вообще планы у Теле2 по поводу следующего летнего сезона? Вы знаете, планы самые радужные. Теле2 буквально, ну, почти 2 года назад, да, у нас скоро будет день рождения, наш 2-й год запуска сети Теле2 в Москве. И почти 2 года назад мы запустили свою связь, и та скорость, с которой мы строим сеть, это уникальная и беспрецедентная ситуация на рынке мобильной связи. Поэтому к следующему летнему сезону мы планируем покрыть еще больше территорий, которые находятся уже за пределами города в Московской области. Но и сейчас, на сегодняшний день, 98% населения Москвы и Московской области уже находятся в зоне покрытия. Поэтому вы правильно заметили, что все города, все большие населенные пункты, везде есть качественная связь Теле2. И здесь хочется еще отметить, что наша сеть работает так, что везде, где есть покрытие, везде есть скоростной мобильный интернет. И это плюсы того, что мы выходили 4-м оператором, да, и мы активно продолжаем это строительство сети на самых современных технологиях. Поэтому, безусловно, ожидания радужные, и я уверен, что все больше и большее количество людей могут ощутить эти плюсы и преимущества, и оставаться на связи везде, где бы они ни были, на территории московского региона. Как-то помогают отечественные технологии. Мы сейчас с вами находимся в Наукограде. Все-таки Зеленоград славится своими достижениями именно в микроприборах и в том, что, в общем-то, ассоциируется с мобильной связью. Как-то помогают именно наши разработки? Может быть, что-то пошло из Зеленограда именно? Сказать, что действительно и так, в Зеленограде это центр микроэлектроники, и, ну, так приоткрою небольшую завесу, наверное, тайны, в Зеленограде производится часть сим-карт, это специальные чипы, да, с помощью которых телефон связывается с базовой станцией, и на которых, собственно говоря, номер абонента. Поэтому, да, помогает, и опять же хочу отметить, что помогают все-таки умы, светлые умы наших ученых и наших людей. Вот это, я считаю, первично, и вклад человека, и действительно сила ума, то, что помогает нам сегодня успешно и строить свои сети, и представлять жителям качественную связь. Антон, давайте что-нибудь пожелаем в таком случае и Москве, и вот такому Наукограду, центру науки. Вы знаете,
хочется пожелать никогда не останавливаться на достигнутом. И в любой ситуации есть обязательно позитивная сторона. И вот эта позитивная сторона, чтобы всегда побеждала. Вот. И возвращусь, наверное, к началу. Хочется пожелать такого счастья и гармонии. Потому что мы знаем, насколько сегодня непростое время. И в это время хочется, чтобы каждый себя чувствовал комфортно, каждый находил время для отдыха, для таких прекрасных дней, провести время со своими родными, близкими, с семьей, и при этом чувствовал себя достаточно гармонично и комфортно. Вот желаем простого человеческого счастья и процветания. Антон, большое спасибо. Это был коммерческий директор Теле2 в Москве Антон Кондратов. Мы находились в лаунж-зоне Теле2. Наш праздник продолжается, и мы посмотрим, как же еще отмечают в Зеленограде прекрасный юбилей Москвы.